Вчера в Ульяновске приняли присягу курсанты межвидового регионального учебного центра войск связи. На плацу выстроились больше 300 связистов со всей страны, находящихся на срочной службе. Среди них более 30 ульяновцы. Новобранцев поздравил глава региона Сергей Морозов. Вам повезло, дорогие ребята, принимать присягу в одном из лучших военных учебных центров Российской Федерации. Отныне каждый из вас получает священное право с оружием в руках стоять на защите нашей великой Родины. На плацу учебного центра провели митинг. Личный состав прошел торжественным маршем. Поддержать военнослужащих приехали родственники и друзья, а самим курсантам по традиции был дан выходной. Потрясающий день на самом деле. Все как бы немного волновались, но когда вышли, все так спокойно, уверенно стали чувствовать себя. Даже больше, чем на тренировках, стали все выкладываться, да. Все командиры, начальники в нашей части отличные. То есть помогают, когда что-то не получается, всегда приходят на помощь. После торжественной части глава региона осмотрел технику и местный музей, а также пообщался с родителями и курсантами в неформальной обстановке. Он еще раз поздравил ребят со знаменательной в их жизни датой и обсудил меры поддержки. В следующем году планируется разработать законопроект об особом статусе военнослужащих, возвратившихся домой. Мы будем для них готовить, для вас готовить особые меры поддержки. Ну, например, так сказать, там подъемные средства, возможно, так сказать, там выделение там специальных средств для приобретения жилья, там какие-то меры поддержки в виде финансовых средств на то, чтобы вы могли там поступить учиться. Межвидовой региональный учебный центр войск связи располагается на территории Высшего военного училища связи. Это единственный в своем роде учебный центр, входящий в состав вооруженных сил Российской Федерации. Курсанты обучаются по 14 военно-учетным специальностям. Анна Тищенко, новости Ул-Правда ТВ.